Надо остановить и новый фрагмент начать. Давай посмотрим. Прежде чем давать ГПМ спону. Вспоминаем вчерашнего этого. Так, там, я только не понял, что он на Бурябая вообще пошел. Он стак на Бурябай стак забрал. Так, ну вот я смотрю, сейчас я скорость увеличу. Ну, посмотри на Войт, как бесплатный вайп выглядит. Вот я смотрю, на Масхоне два, вот третий стак. Так, сейчас повешусь четвертый. Так, четвертый, получается, забрал Бурябая на себя. На Масхоне три. Дальше. Вот на Масхоне 4. Я забрал с Бурябая, он забрал с меня. Зачем? Вот я смотрю, вот смотри, на Масхоне 5, и сразу с него забирает Holy Drink. Дальше Оставлю. Идет. Дальше просто сдыхают все за 3 секунды. Покупай. Получается, я забрал с Бурябая. Зачем он забирал с меня уже? Короче, получается, Бурябай забрал стак четвертый. Это Масхон. Я понял, он воровал. Я забрал уже потом сразу босса. Короче, получается, виноват Holy Drink. Ты забрал с пятого стака на Масхоне босса. На нем пока, ну, появился пятый стак, ты забрал, и рейд сдох через 2 секунды. Вот такая вот история. А как в таком случае нужно было поступать до конца танчить, получается, да? Нет. Надо кричать, на мне 4 стака забери, а не ждать 5 стак. Блин, ну вот неудобно из-за этой рации в этом дискорде. Дай ему это, роль какую-нибудь, чтобы он говорить мог. Так, а какая мне там... Без рации. Главное, чтобы никакого там этого шума не было. А какая говорит? Мудрец говорит, да, по-моему? Ну, сейчас попробую, не знаю. Все, поели. Готовность. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас. Ты где там? Да я эту на голос ставил. Уже секунда. Ходим. VLS Media Player знает кто-то, проигрыватель? Нет, а зачем он тебе? Да что-то не знаю, как-то давно его поставил, мне понравился. А сейчас смотрю, что-то вот лагает. Вот что это за хуйня? Что это за залупа? Левок был. Я хуй знаю, что там было. Не, я не про это, я про то, что челик близко стоит. Отошли на 30 метров от босса. Вот где звезда показывает, чтобы пельмени успели отбежать право-лево. Вот пельмень летит на челика. Отбежали. Никто не словил. Вот так и должно быть. Только без звезд, без анонсов, без всякой хуйни. Вот миленький колба словил Бурябай. Молодец, проебал ДПС свой. Которого и так тут нету у милика. Красные пельмешки летят, видите, да? Захиливаем медикон. Колбы там будут возле проф, сейчас смотрите. Лужу отбегаем, выходим с лужи. Колбу никто не слил. Вот так должно быть каждый раз. И в гере, и в обычке. Пельмени летит. Вот. Никто ничего не должен. Вот в гере должно быть так. Ну, типа, там если ловишь эту хуйню в гере, ну, то не хватает ДПС в берсу, упираешься, падаешь, вайп.
Вот примерно на таком расстоянии нормально. Вот сейчас, когда вот нас откидывают вот так далеко, было бы неплохо профа подвести. Ну ладно. Сильно далеко нам бежать. Следующий будет красный. Сыщемся в красного. Захиливаем, беги. Пельмешки отбегаем. Рофа бьем. Будем стопать еще зеленого, будем бить. Стопаем ДПС. Вадикон будешь только подбивать. Все остальные стопнули, ушли милики. К зеленому подбегайте вот сюда. Где звезда? Сюда подбегайте, милики. Пельмени. Бить зеленого. 10 миликов быстрее туда подбежали. ВП Султан, что за дела? Черепок, сбегаемся. Вот эти лужи выпить ему надо успеть. Выпивай лужи. 1% на боссе, пока не переводите. Вы что, сука? Значит, рез свою ностальгию и Авеланию реснешь. Переводите босса. Ридли, Рейс Фейс, Эвест. Как дела у вас, блядь? Чё, чуть-чуть не успел. Пельмени ловим, блядь. Ничего страшного. Фулл баф даем по Авеланию, по ностальгии. ДПС. Лужу разливаем в звезде, РДДшники. В звезду перейдите все, алло, блядь. Готовимся. 5 секунд лужа. 2 стака на мне. Так. Я вижу, блядь, на четвертом забираешь. Вот третий, лужа, выходим, РДД. Вот здесь, везде стоим. Здесь примерно. Четвертый на нем, все забираем. Колбы отходите, пельмени отходим. И обратно, где пельмени упали, сюда вернулись в звезду. Вернулись сюда. РДД, блять, маги нахуй. Я там сколько челов колбу словим. Ну и все, нормально. Воруй. Вот это заебись. Там поставить. Ага. Там поставьте шкаф. На это на совете сумнете. Танка поха типа. Покоритель надо. Не на этом сервере. Завоеватель. Святос будешь танчить. Все, можете сумонить. Кулак. Можете сумонить. Да, бля, дайте добежать. Хотелось бы, чтобы за 40 минут остальное все закрылось. Это, этого вряд ли будет. Привет всем. Здорово. Давайте трэш чистить, что стоит. Да, кстати, вот эта хуёвая привычка очень. У нас время так-то не резиновое, если чё. Ни шкафа, нахуй, двух человек присумонить, ни трэш не бьёте, блядь. Почему, непонятно, блядь. Трэш это должен вообще разлетаться под брустами уже, блять. Вот вихрь жму, это не танк, если что, смотрите. Вот на меня маг бежит какого-то хуя, зачем, не понимаю, блять.
Рудринг, второй танк, он бежит. Лука есть еще три. Вот, блядь. Ну хоть на пулю эти косты им сбивайте. Ну, что-то делайте, блядь. Ну, вот эти косты не должны по КД быть. Сбивайте каст. Второму тоже, вот. Блядь, мобы нахуй, они тупее нас, это же болванки, блядь. Сразу World Flex кто-то резает, пусть. Остальные дальше. Звезду добить. Смотри, единственный нажал нужно. Что, голда у них? Крайне зеленку синку. Эвест. Отойдите назад, чтобы вас командир не откинул к той пачке трэша. Это совсем не надо нам. Или в бок вправо быстренько зайдите. Что делает? Бьем трэш. Понял. На десятка потом будет после этого. Я бы эту ТГшку сгонял. Блять, ну посмотрим.
Да я уже полчаса сижу вот над ником, блять, клацнул все-таки, сука, и думаю, какой ник придумать, и всё, ничего не могу. Кому ник? Да на Локи сменить. Локи два сменить? Хуя. Да просто, а я, бля, его нечаянно сменил, а мне вот это, блять, такое здоровое не нравится. Так, ну сдохшим рыба вот. Кто на ком? Я на двух. Он тогда килесит. Ты Масхон танчил килесит? Он всегда танчил. Чего-чего? Танчил, говорю. Когда килесит будет, смотрите, сферы, сука, черные, не бейте, блять. Салдорама, ханты на пульте в поле дринка. Так, Рейс Фейс заходишь? Писал там что-то. А вот зашел. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. The power cortex spread out. Так куда, куда вы бежите? Он, кажись, не по всем дает в обычке нахуй вихрь свой. Давайте. Почему герой по всем? Не знаю, я мастейв сдал. Я просто сейчас с челиками рядом находился и как бы меня не откинуло. Поэтому я подумал, что он не по всем дает. Может, он по 10, по 15 дает, не по всем 25. А вот в 25-ке вроде точно по всем должен. Гири. Ну на кого сферы летают, нахуй? Не бейте, нахуй, ничего не делайте, сука, уйдите отсюда, блядь. Бурюшнить. Давай каплю ему шектор, посея бабл. Или 50. Нормально держится, все отлично. Успеем, да? Еще 2 секунды, сейчас закроется. Воятель. Так, кому надо воятель? Не знаю, а напало норм? Или такое? Ну, блядь. СРПБ, наверное, такой. У меня сейчас скиль. Тебе не надо, Масхон? Не-не-не, не нужно. У меня есть такой. Никому не нужно, короче. Перчи. Ну это что это? Духаст. Перчи надо кому-то? Обычно. А он. Очень редко я видел, чтобы кто-то носил. И то это где-то на циркуле. Тут по-любому другие шмотки. Чё-то мешок. Дикон где-то сдохший.
чё? Боишка. Это 200-я. Самое главное, смотрите на тактики агро, чтобы там Святос не танчил. Вон, с мага ставьте, тактик на мага смотрит, в корнях который. Вот уже убил, не смотрю. Убил в итоге, нахуй. Вижу цель, не вижу препятствий. Набирайте агро на тактиках, где таунты? Где агро? Тема вампиров не раскрыта. Аристократ, это нихуя себе. Они ж тут все вампиры, типа вот эти вот уёбки. Ну это же этот. Их, сука. В этом шеле они были. Описаны нормально. Кому там дире? Блядь, хуйня вот эта. Вот тактик тут стоит, вот чисто так для справки. Вот звездочку поставил, танки. Вот надо его стаунтить и набирать на нем агро. Где танки? Вадикон идет, этот моб нахуй, к нему. Вот они там второго как раз в это время бьют, вот кружок. Самое главное на тактиках агро. Вот эти пидоры кастующие, они не шотают рейд. Они только превращают им косты на сбивать эти... пауки всякие, вот эту всю хуйню надо сбивать. А тактики он уже двух людей пошотали. Там по факту один танк был, я в превращении был. А, ну вот видишь. Диспелит получается. Вот это вот. А это, не это хуйня не диспелится. Мас диспелом цепи снимаются. Не, она даже не... Она диспел... даже мас диспелом не диспелит. Да? Это хуйня, цепи не диспелятся, паук диспелится всегда. А, раньше не диспелились цепи, по-моему, с диспелом. Там оплот зома валяется где-то. Блять. Да и хрень. Диваном можно скинуть. Вытаскивай на панель, мы дома. А по кому диван? Не знаю, где тут оплот, вот тебе зеленая хуйня. Это расставлять вас нет, хуй знает. Там новые челики. Значит, это метки для взлетки. Стоять тоже на РНЖ будем, короче. Нам в обычке не надо под боссом стоять. Шектрон твой центр, как всегда. Пробгексин, не знаю, как ты играть будешь. На тебе звезду подальше стой. Рисфейс то же самое, вот в кружке стой. Мордаунд, давай в ромбике. Ну и вест давай в треугольнике. Ну и шектор там в центре. На взлетке от этих челиков рейндж набираем от хилов. Так, на первой взлетке сейвы Холи Дринг дает. На хп, короче, дадут. Пускай два шипешника дадут этот. Значит, Холи Дринг дашь по ПС за этот самый каплю, а Бурибай дашь по шалфиру каплю. Вот. И мастераур. Мастераур на тьму. На первую взлетку от Авиланы. Хулидринг массейв. Мастераур от Авиланы. Два гимна. Шаманы, не скупитесь, там вот эта природная стремительность слить. Цепуху за цепухой костануть. Так, ну и по тотемам. Сейчас тотем трепета и банем Хэла. Вот сюда на магов дашь. А здесь бром. Давай, Бромгексин дашь на этих, на четвертую пати. Так, что, давай кину, ладно, похуй. Это чё? Вадикон по скиллованию, давай вот сюда. Хотя не, он будет давать спокойствие. Все, короче, на второй взлетке Масхон не зыбка,
Шектор сейв и этот мастераур. Ну и гимны на хп оставшиеся будут давать 2 хила. По себе зубы, крылья, всю хуйню. Два хила. Зубы, крылья, вот эту всю хуйню по себе на второй взлетке и гимн на хп. Все, проверка. А, рыба. Вот рыба. Слава, а тут не под боссом будем стоять? Нет. Мордаунд. Дает что-то. Помним, да, там танки что делать? Не таунти только друг с другом, блять. А то получите укус танки. Я вам говорил, блять. Я не таунтил, блять. Сорвали Масхона, видать. Или надо было оставить ее на водиконе, чтобы убила. Я правильно понимаю, что у нас укуса нет? Есть на танке. Значит, это самое. Бейте, я сейчас подумаю. Так. Вадикон, эй, ресы. Я ресы ресну. Вставай, себя захиливай. Вставай быстрее. Ну, блядь. Алло. Иннер дал. Лапку дал. Всех захилить. Масхон, укусы передаешь, значит. Первый передашь. Подойди к нему, Песа. Песа, к танку иди, подойди, он тебе укус передаст. И что-то у тебя маны нету, нихуя собаку там вызвали, что-то. Слышал, Песа, да? Подойди к Масхону, он тебя укусит. Секунда до укуса, прием. Укус пошел. Передаст, нет? Передал Ворлдфексу. Хорошо. Ворлдфекс Песа укусишь. Масхон, Смильков, кто там? Ну, Святос укусишь. Имейте в виду, Масхону надо передавать укус. Это танк. Надо к нему подходить. Айвест, какого хуя ты сдох? Блять, меня это уже очко горит с этой хуйни, нахуй. Пиздец, просто нет слов, нахуй. Я откуда знаю? Сейчас я узнаю, нахуй. Не прохил был. Кровавая королева. Да как так не прохил, блять? Далеко стоял, значит, ёпта. Да как так-то, ебать? Там даже не показано, от чего он сдох. Ладно, потом узнаем на видео, нахуй. Берегитесь. У тебя не получилось. Ностальгия, Веста, Рес, Ресфейс, вставай. А, не-не-не, это пиздец вообще, нахуй. Есть не Шевеста? Ворлд сдох, а что с глыбой у тебя? Я хуею, что это за залупа? Бичи. Хуже. А чё вы стоите? Кто с вас стоял, нахуй? А может кто-нибудь танку сейчас подойти, чтобы укусил капитан? Шектор или Ностальгия стоял, не сбегался? Ностальгия. Какого хуя? Чё, думаешь, сбегаться не надо или чё? И лужу ещё разлил. Меня. Еба. Они взяли второго танка, укусили. Песа, ты чё, подошёл, второго танка укусил? Короче, заходите в тени, я ебал эту хуйню. У ребят сегодня на приколе, но... Вадикон, ты сорвал с пула, да? Или как это было? Я, короче, могу объяснить, как я смотрел Woman. Я, короче, начал бустить, ну, с пула. Сначала все нормально было. Потом агро сильно свалилось с танка.
И, ну, я вроде перестаю бить, смотрю, первый, а я второй. Ну, я думаю, нельзя останавливаться, не то танк получит укус. Начал, короче, рваться за вторым местом. Вышло хуй пойми чего. Блять, нету вот, слов, вот нахуй. Она. Я не знаю, вот как вам сказать, нахуй. Вот это полная залупа, нахуй. Гонка за циферками, да? Там что-то такое было, блять, казалось бы... Так. Чат ебаный заслуженный, нахуй. Глянь видос, все. Да какой видос? Мне теперь что, по 15 минут стопать, нахуй, отрывки? Как я буду смотреть, сука? Отойдите подальше от центра, блядь. Кто там резает ромбик? Отойди подальше, блядь. Пулица, это пидораска еще, нахуй. Будете падать 1000 раз. Ханты, нахуй. Это, я не знаю, был с вас на пул с пула? На мас... реса и... Кто может посмотреть? Два ханта был с пула на пул на Масхона от вас. Не задавай таких вопросов, Бронгексин. А что за хуйня? Ну, Масхон, какая у тебя ротация с пула? Тыкните. У меня ЛП, она как бы вместе с руническим сразу. У меня макрос, все через макрос. Я не про это. Ты мне объясни ротацию. Ну, шкаф пикните, сзади стоит лестница. Идите кто-нибудь на лока быстрее присумали. Ну ёбки, блядь, с этой хуйнёй. Тут отстали АФК и стоят, блядь. Натуре. Войт так и не услышал ротацию, наверное. Да, давай заново. Ну, набиваю ЛП, получается, и вот когда ЛП в КД, удар чумы, но при этом вот эти два... А скилла у меня еще вместе с руническим ударом, то есть там на макросе. То, что с руническим ударом, это так и должно быть. Я объясняю тебе ротацию. Две ЛПшки, кровоотвод, ЛПшка, третья. Следующая кнопка, усиление рунического оружия, три ЛПшки. Вот твоя открытая ротация, первая. Всегда, всегда, когда ты МТшишь, такая ротация. Особенно здесь. Сколько меткости у тебя? Ну, у меня, к сожалению... Меткости не докап, у меня 9% всего лишь. Магическую открой. А, сейчас. Магическую 17%. А, магический 11%. Короче, это... 315 рейтинга добей и 2 таланта с уклонения сюда, перекинь близнетворцость. У тебя 3% ШП СВ будет давать в рейде и 14% будет магической своей. Ну, это на будущее. У тебя ЛПшки, чтобы не мазали. Вот рыба. Это. Два ханта. У кого там подготовка есть из вас, обязательно второй на пул сразу. Да. Обязательно на Масхона. Ну и это. Ну и давай тогда на всякий случай холидринг закинешь на кого-то, кто там будет догонять. World или Эйя, или Вадикон. Кто будет догонять, на них Сальвус дашь. Нифига себе, теперь можно символы чекать. А он не достанет. Он танк. Он не значит, достанет. Значит, встанете. Значит, встанете поближе. Эй, и Вадикон. Поближе к ромбику и треугольнику. Сейчас Вадикон стоял, я его доставал. Ну, если так же стоять будет, то отлично. Пресс саммердаун. Ну, блять, я хочу это самое, я хочу убивать. Пресса тут? Пысса, вот он бегает, все, дает черт. Масхон, давай. 3 ЛПшки, ЛПшка, ЛПшка, кровоотвод, ЛПшка, усиление, 3 ЛПшки. Никто там не догонит, там вообще никак не догнать это. Не, ну это как бы я и раньше так делал. Это обязательно. Не знаю, как ты сейчас пулу сделал, но тебя не могут догнать. Никак вообще. То есть было что-то, какая-то залупа была. Вот теперь нормально. Ну, я рунический постоянно берегу на этот, на массейв. Потому что у меня часто рун не хватает. Не береги. Ты всегда сливаешь, чтобы у тебя ну, вот сколько энергии есть, столько должно сливаться в агро в рунический, так как он без условий всяких кастуется. Вордфлекс, а ты чё подошел ко мне? А массейв это дело таких вот, это... Там, допустим... Не подходи ты ко мне, блядь. Скипание крови поставишь, там, без рудика.
Горн еще на это дело есть. Вот, вот вы вдвоем стоите, почему? Вот я сейчас ваши ники назову нахуй. Через 2 секунды, если не разбежитесь, вот. И еще нахуй, вот тело стоит. Вот получается, это кто? Это Шалфир? А, все. Стойте, сука, на РНЖ, блядь. Из-за этого потом говорят, ой, не дохил нахуй. А вы стоите как бичи, блядь, 6 метров друг от друга. Ну, медик. Ебана в рот. Все три шамана, не забывайте, тотемы трепета должны быть на взлетке. Вот сейчас вот тень. Точно. Секунда тени, будет после них фир. Смотрим на ком. Тролл Дэ. Глыбу можешь продать нам. Все. Сейвы отдаем. И дальше обратно разбегайтесь. Вы близко, сука, стоите, вы это понимаете? Хант и вот кто вот этот маг, нахуй? Или что, глазомера совсем нету, нахуй? Ну, у меня ладон 8 метров показывает, типа нет никого рядом. А, ну не знаю. Четко. Мне кажется, тут больше ренжа, блядь. Надо 10 ставить. 8. Мне кажется, они нет, они 8 близко друг к другу. Не, ну, у меня тут ДБМ сам выдает, что надо держать 8. Ну, значит, мне показалось, блядь, песня. Я ПСЛ кушу, Войд ПСЛ кусть, если чё. Герва отдавать не будете? Сейчас взлётка уже, пару секунд. Готовимся, антифиры ставим, тотем. Ты чё мне говорил, когда ты говорил на второй взлётке мне дать сейф, мне сейчас рун не хватило. Ты его вообще не дал? Скажи, подошел такой между нами, встал. Молодец, красавчик. Ты его вообще не дал, этот сейф, или что? Сейчас, да, не дал, потому что рун не хватило. Так надо было дать. Горн по себе дать. И босс отходит, дашь этот, как он называется? Скипящая кровь, скипание крови. И у тебя появляются руны. У тебя, значит, талантов не вкачано. Запах крови не вкачан, значит, талант. А в скипании что, на руну дать? Ну, смотри, таланты вот. Открываем таланты ДКшника. Один не укусил. Вот смотри. Вот запах крови, видишь? Вот я тебе линкую. У тебя вкачано один, надо фул вкачать сюда. Вот видишь? А хотя нет, это... А, вот, ну да, в принципе. Этот, получается, что? У ворот вот эта вся хуйня позволит накопить ваш следующий удар. Вот, если ты вкачаешь, будет 3 следующих удара. То есть у тебя удары, которые ты бьешь, да? У тебя будет 10 рун копить. То есть ты будешь с этой хуйней постоянно. Вот эту хуйню тебе надо вкачать. А что убрать, сейчас скажу. Что у тебя тут навкачано. Ну вот это вот залупу крит, вот этот ебаный мрачный, решимость, кровавая месть, нахуй он тебе не нужен. Бля, просто скинем его, пусть он поменяет таланты и все. Да сейчас пока. Сейчас пока не к спеху это. Ну, в плане того, чтобы руны брать оттуда. Ну а с агро опять же, ну вроде нормально все. Главное вот это пуловое агро. Ну у тебя талант на твоем ДК нормально стоит? Да, забери просто у него, зайди прям на Сирусе, я не знаю, после рейда. Чекни у него таланты, просто слежи их и все. Ты же с одними у тебя, у тебя там на ДК, по-моему, Слава, вообще одни таланты только, да? Да.
Ну вот слежи их, просто зайди, все после рейда. Нет, там некоторые говорят, что надо типа это, крит вот этот брать. А нахуя он тебе нужен, этот крит? Потом вот так вот рун не будет. Оно, вообще, конечно... эти таланты у меня висят еще с открытия этого сервера, когда только как он открылся. Хант, убери. Док стаи, пожалуйста. Мы стая, ебаш, так. Это понятно, это такой нюанс. Вот про вот это, про меткость, это вообще чисто я придумал. Это я на циркуле играл. Мне не нравилось то, что ВПшка промахивается. То есть, ну, говорят, что ДК танку собираешь, там, ну, всем танкам 8% меткости собираешь, что 263 меткости рейтинга. Вот, и я такой подумал, ну, а хули, 2% в талантах есть, 3% в рейде. Берешь магическую, собираешь 315 рейтинга, это 12,1 меткости процентов. Вот, ты прибавляешь, получается, 2 таланта и 3% в рейде. И все, у тебя ЛПшки и таунт никогда не промахиваются. Таунт тоже кап 17% меткости. Сколько, 17? Ну да, у всей магии 17. Таунт тоже магия считается, у всех 4 танков. Если сегодня этот щит упал с леди, надо, чтобы и этот Синдред выпала. В прошлый раз падал. Щит? Да, Синдер упал этот. Клэк? Да. В общем, мы в прошлый раз ходили, там все тринки вроде упали. В общем, из таких нюансов, из маленьких, складывается успешная хуйня. Ну, типа, я вот скажу чисто по своему опыту, что вот если у тебя таунт промахивается на Синдре или на Халёне, это бывает вайп. Я такое видел, ну, раз 10 точно видел вайпов из-за того, что босса таунтит, а он, ну, промах, то есть идет. То есть это критически важная хуйня. А другой таунт может промахнуться при 8%, если ты берешь талант, символ ставишь на 8% дополнительно. Не. Ну, я не ставил тогда. Я для того, чтобы брать эти символы не на таунт, я вот эти 2% меткости вкачиваю. Ну, по крайней мере, у меня сейчас и символ стоит, и этот, и 2% вкачаны. А символ, он чисто для десятки, потому что бывает, что в кару, когда идешь, там нету либо шипешника, либо свы, либо того и того нету, блядь. И это тоже критически важно стаунтить. Ну, а так, для 25-ок, если чисто на 25-ке ориентироваться, можно третий символ какой-то взять вместо таунта. Я любил бегать с этим, с захватом. Типа свою пачку 5 человек лечишь на 10% от их хп. Когда захват прожимаешь. Прикольная штука. Хотя можно тот же крит руника взять, или что там берут обычно. 10% по-моему крита руника там есть символ. Что-то такое, не помню уже. Я его никогда не брал, похуй вообще. В общем, кнопки у тебя вот, которые с руником прописаны, нужно, чтобы рядом с ними стояло несколько кнопок. Ну, допустим, тот же кровавый удар можно. Или вскипание крови без руника, допустим. Ну, кровавый у меня с руником, а вскипание без руника. То есть я смотрю, у меня скоро надо будет, допустим, сейв давать, да? И я прожимаю. То есть стопаю вот эти руники. То есть, ну, не нажимаю, не отмену каста руника, а просто... Ну, не обновляю ротацию. И нажимаю там два раза скипание крови. И все, у меня руны накапливаются на языку, и я даю языку спокойно. Угу. Ну, понял. Ну и это. А чё меня мобы хуярят? Самое главное, это этот. Чтобы на тебе ПКД висела клинковая ограда. То есть руны крови, ну. Вот она на 10 секунд вешается, баф. Главное, чтобы ты его обновлял. Потому что это самый сильный баф. Минус 5% всего урона входящего.
Подожди, что еще за ограда? Так, еще раз открываю эти таланты. Смотрим. Вот в первой строчке в крови есть вот клинковая ограда. Читаем. Всякий раз, когда у вас нет активных рун крови, весь получаемый урон снижается на 5% на 10 секунд. Вот эта хуйня ты должен отслеживать на себе. Она должна висеть на тебе ПКД. Угу. Если ты проебываешь эту хуйню, ты считай на 5% больше урона лутаешь. Да, то есть есть смысл постоянно вскипание крови нажимать? Ну, не обязательно вскипание. Вскипание это на трэше, если на пальчике. А так кровавый удар в босса, если бьешь. Еще он сливается, ну, захватом крови вампира, кровотвод тоже, когда нажимаешь руну смерти, она появляется. Мор? Мор, да. Это обязательно ты должен, чтобы этот баф был навсегда на тебе. На сложных боссах, там, Халион, Лич, это обязательно. Будешь меньше урона лутать. А хилить тебе Вальку через дуэ, это Лока, наверное. А то в прошлый раз забыли. Макспан, я справа, ты слева. Готов, Москва, ностальгии что-то нет, но еще без него начнем. Кто хим, еще это за вас? Некромантка. Что там с Москвой? А, ты слева. Ханты как-нибудь тоже по бокам встаньте. Один слева, один справа. Вы умеете летать? Подавление сначала сливайте, потом толстого. Да, блядь, Сове бы доты немножко посильнее сделать, доты слабые, пиздец. Вы и так нормально дамажите. Ну,
51 стак. Осколок. О, боешка. Ну да. Руки хорошие на Родрига. Ну да, хорошие, но сейчас уже нахуй не нужны. Так, вырубая Вилана ностальгия. Бои. Бля, сейчас лифтом убьет. Сука, не успел спуститься. Меня и еще Холидринка тоже смотрите. Еще там кто-то. Все, я тут. Всё, я здесь. Чем пошли в центр?